Центр аналитических исследований Международного республиканского института ИРИ в Кыргызстане провел очередной опрос среди населения Кыргызстана. Согласно данным опроса, подавляющее большинство кыргызстанцев демонстрирует растущий оптимизм относительно направления развития страны, а также обеспокоены падением экономики и ростом коррупции в стране. В исследовании отмечается, что 34% граждан Кыргызстана доверяют действующему главе государства Садыру Джапарову. Далее следует Хамчубек Ташиев, которому доверяют 18% населения страны. Тройку политиков Кыргызстана, которым наиболее доверяют, замыкает экс-министр культуры, ныне лидер парламентской фракции Иман Нуру Нурджигит Кадырбеков 8%. В числе политиков также значатся Ирлан Кокулов, Джанар Акаев, Умурбек Тикебаев, Даштан Бекешев и другие действующие бывшие парламентарии. Когда мы спросили опрашиваемых, в правильном ли направлении движется страна, 85% респондентов отметили, что в правильном. Это показывает увеличение на 16% пунктов по сравнению с предыдущим опросом, проведенным в сентябре 2021 года, говорится в отчете ИРИ. В отчете также указано, что, несмотря на позитивные настроения у граждан Кыргызстана, многие чувствуют обеспокоенность по поводу экономики и коррупции. В опросе участвовали 1500 жителей Кыргызстана в возрасте от 18 лет и старше.